Мы находимся в Изгаль и мы переезжаем из Амнау. Куда? В Австрию. В Австрию, да. Вот сейчас будет граница. Точно. Вот это вот у нас такой вид здесь. Вот, солнышко светит. И знаешь ли ты какой-нибудь анекдот? Анекдот? Да. Не могу вспомнить. Не можешь вспомнить? Ты хочешь, я тебе расскажу армянский анекдот? Давай. В общем так, Великая Отечественная война. Значит, 41-й год, большие проблемы. Все дело под Москвой происходит. В общем, немцы наступают, что делать? Значит, никто помочь не может. Ну, раз никто помочь не может, значит, тогда нужно к армянам обращаться. Вот, значит, ну нашли армянина, вот там все. И говорят, слушай, ну что-то там, реши что-нибудь. Ну хорошо, завтра приходите. Ну, хорошо, значит, день прошел, к нему приходит и спрашивает, ну ты решил? Он говорит, решил все без проблем. Он говорит, за один фрит 10 рублей. Хорошо, не вопрос, типа, что делать, делать нечего, давай. Это сам. Ну, приходите на следующее утро. Значит, все нормально. На утро приходит, все комбриг, все там политроты, все пришли. Говорит, ну что? Говорит, а он говорит, чук, смотрит, вагон фрицев целый. Говорит, блин, ну вы даете вообще. Ну, все, так сказать, деньги посчитали, рассчитались. Хорошо, ясно, значит. Ну, это самое, слушай, а давай по 9? Говорит, по 9? Ну ладно, говорит, по 9 и по 9. Ну, приходите на следующее утро. Раз. Приходит на утром два вагона фрицев. Что такое непонятно происходит? Ну ладно, что делать? Нормально все заплатили, все хорошо. Он говорит, слушай, а говорит, давай по 7. А то фрицев что-то много как-то. Мы так не рассчитывали, ты нас пойми. Ну хорошо, ладно, это самое. Давай по 7. Опять тоже на следующий утро просыпается, опять три вагона фрицев. Блин, они думают, ну деньги уже кончаются, что делать? Ну дела делать надо, а? Они говорят, слушай. Мы, конечно, все понимаем, ну давай по 6. Он говорит, слушай, блин, ты не офигел, говорит, мы у фрицев по 5 покупаем. Мы сами у фрицев по 5 покупаем. Вот такой вот армянский анекдот. И сегодня у нас 15 декабря 2016 года. До нового 2017 года. Сколько дней осталось? 15-16. 15 дней, 16. Точно. 16? 16, 16 дней. Да. Ну, 16 дней. Ну что же, всем привет на Красной Поляне, в Москве, в Петербурге, в Киеве. Дядьки Лукашенко тоже привет. Всем привет. И обучение в Австрии можно заказать по телефону +43 67 67 43 6009, Вайбер, WhatsApp. Всем успехов!